Девчоночки, всем огромный привет! И сегодня четвертый день марафона тюнингу из Гуар и очень интересный макияж. Наконец-то Гуар Витисян признала, что это самый сложный марафон за все время, поэтому критики, пожалуйста, поменьше. Ну ладно, я шучу. На самом деле, большое вам спасибо за лайки и комментарии, слова поддержки и критики под предыдущими тремя видео. Мне очень нравится выполнять такие сложные задания в этом марафоне. И в сегодняшнем задании Гуар решила немножко поменять последовательность макияжа. Мы будем начинать с глаз. Предлагаю сегодня упростить нам всем задачу. И первым блоком сейчас просмотрим сторисы Гуар, все, что она предлагает сделать пошагово. А потом уже отдельным блоком я буду повторять ее макияж. Ну, в общем, все комментарии давайте я оставлю после видео, потому что мне уже не терпится поскорее приступить. Поехали! Я всем привет! Сегодня четвертый день марафона тюнингу из Гуар, и мы начинаем. Первый это спрей. Мы сегодня начнем с макияжа глаз, потому что он яркий, матовые тени будут. Они любят очень сильно осыпаться. И, ребят, сейчас я накрашу верхнюю часть лица, прокрашу брови, потом приступим к глазам. Базу нанесем. Наношу тон. Также вокруг глаз. Вот эту часть лица затонировал, ребят, сейчас припудрим и будем рисовать брови. Посмотрите, я похожа на моль. Ой, простите. Если ваш лоб, как у меня, Динамо, стадион, то затемняйте его хорошенечко, чтобы визуально чуть уменьшить. Все, ребят, бровки оформили. Сейчас нанесем немножко консилера под брови. Чуть там хотел нарисовал. И двинемся дальше. Ребят, слизистую красим черным. Я беру бордовый карандаш. И прокрашиваю немножечко нижнее веко. И, ребят, сразу немножечко тушуем границу. Повторяем с верхним веком, соединяем и вместе вытягиваем. Но это пока начало, будет ярче. Далее берем помаду для губ, такого, смотрите, бордового оттенка. Набираем на кисть. Так, мы дублируем нашу форму. А, макияж планируется очень мощный, поэтому не бойтесь вытянуть. Видите, прям как у шлей. Мы прям с вами должны чуть ли не до висков дотянуть. Это стиль сегодня такой. Что касается верхнего века, так мы его заполняем вот полностью практически. Все подвижное веко, и вот смотрите, какое у меня нависающее веко, да? Видите, просто макияж смотрится отвратительно, вы такие, блин, макияжа не видно. Поэтому нужно поднимать минимум настолько, чтобы была коррекция. По форме примерно так, смягчаем границу. Ну что, ребята, это самый сложный, да, марафон из всех, что был, блин, но это того стоит.
смотрите, по форме должно получиться именно так по высоте и вот такой шлейф до виска. То же самое с этой стороны. Так, я использую скульптор и нанесу его в складочку, вот сюда, на границу. Капельку порыжее. Так, красный оттенок добавим немножечко во внутренний угол. И сейчас по нижнему веку оттеним. Подвижный век я фиксирую таким вот оттеночком. Лучше, конечно, кисточкой. Такой бордовый. Вот ряд цвет. После того, как мы фиксируем тенями, уже появляется глубина. Уже лучше. А, капельку перламутр сюда на центр. Прям чуть-чуть. Вот, наносим просто как втирку, и все, вот чуть-чуть на мои руки. Ага. Так, внешний угол глаза углубим черными тенями. По чуть-чуть вот этот вот уголочек, ребят. Я думаю, достаточно, чтобы не получился очень черный макияж. Смотрите, с черными и без, конечно, небо и земля. Берем хайлайтер или светлые тени и высветляем внутренний уголочек глаза. Такой небольшой кисточкой. Так, ресничный контур мы прокрашиваем подводкой. Никаких стрелок, хвостиков не рисуем. А вот клювик можно вывести. Да, вот аккуратненько. Тик-тик-тик. Я предлагаю обновить черный, чтобы было ярче. Приклеим ресницы, перейдем к тону. Блин, мне так нравится. Так, ресницы приклеили, теперь нанесем базу, тон, быстро завершим макияж лица и перейдем к губам. Увлажняем кожу, правда, будьте аккуратны, не заденьте глаза. Видите, мы же и снизу еще прокрасили, поэтому аккуратно. Убираем синячки, но аккуратно, ребят. Наносим тон. Светлый консилер. Носик. Румяшки. Друзья, губы, они будут сегодня яркие. Тоже бордовый карандаш. В эфире рубрика «Свисток». Так, ребят, затемняем уголки. Заливаем. Что, ребят, можно идти переодеваться? Ну что, ребят, готовы? Сегодня у нас с вами такой супер дерзкий образ. Называйте его как хотите. Ведьма, колдунья.
сюда подошел костюм злой ведьмы. Ну, мы сегодня с вами такие, только биты не хватает, но у меня скалка не смешит. Блин, я не могу насмотреться. Ну что, на самом деле такой образ рок-девушки мне очень близок. Почему-то мне очень хочется прям повторить его похоже. У меня уже есть идеи. А давайте пока приступим к оформлению лица. Увлажняем только эту часть. Хотя я бы сразу увлажнила все лицо. Когда наношу увлажняющую базу под макияж, я люблю прям поделать массаж. Но сейчас приходится остановиться, потому что нам нельзя терять ни минуты. Сегодня прям такая интересная последовательность. Мы будем как картину рисовать, двигаться сверху вниз. Давайте оформим лоб. Наносим. Ну, теперь самое интересное. Мы приступаем к глазам. Обводим черным слизистую. У меня такой есть карандаш, и он как раз для губ и для глаз, но он не такой насыщенный, как у Гуар. Карандашом удобно задавать линии, ну, приблизительно так. Конечно, у Гуар поактивнее стрелки, но мы сейчас еще с вами возьмем помаду, тогда начнется самое. Бордовая помада, как у Гуар. И поехали, рисуем стрелки, заполняем подвижное веко. Ну, вот такой промежуточный вариант. Цвет мне очень нравится, но нужно растушевать границу. Причем срочно, потому что помада у меня очень стойкая. Все-таки оформлю другой глаз. Вау, что получается. Давайте поскорее растушевывать. Произошло то, чего я боялась. На этом глазу у меня уже схватилась помада. И растушевать не удается, как бы я ни хотела, почему-то не получается. Теперь я буду углублять глаза, так скажем, как делала это Гуар, и возьму такой кирпично-терракотовый. Да, на этом глазу у меня шрамы, когда я наношу какие-то шиммерные тени, то шрам сразу становится заметным. Я нанесу темный в складку. Нужен еще более темный и матовый. У меня очень видно красный здесь, прям красный пигмент после высыхания помады преобладает, и я нанесу шиммером. Как сразу поменялся макияж, да? Очень красивый цвет. Наступило время хайлайтера, и мне нужен очень пигментированный хайлайтер. Я попробую несколько вариантов. Обновим черный в слизистую. Теперь со спокойной совестью я приступаю к оформлению бровей. Очень аккуратно. Подсохнет консилер, и я пока прокрашу ресницы, и когда они подсохнут, я наклею еще дополнительные ресницы. Теперь пришло время наносить тон на все лицо, наконец-то. Наносим румяна, потому что тон прям выровнял лицо, никаких тебе щечек, ничего. Теперь скульптор. Что, у меня уже получается рокерский стиль? Я уже похожа на девушку-рокера. Теперь давайте губы. Тот же карандаш и та же помада, что были на глазах.